конечно. Я сомневаюсь, что это постановка, поскольку были серьезные заявления наших компетентных структур о том, что пойман шпион, было сделано соответствующее заявление послу Соединенных Штатов Америки. И в этом плане, так сказать, у меня не вызывает сомнения о том, что это реальное действие. Оно было осуществлено у нас в стране, но такие вещи происходят и в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вот к такому явлению я отношусь, ну, я бы так сказал, с пониманием. Это периодически происходит в разных странах, но и к этому надо относиться как к данности. Очевидно, и в будущем такие факты будут.